поздравляли владыку. В Свято-Преображенском кафедральном соборе в четверг состоялось торжественное богослужение, посвященное трехлетию с момента хиротонии Диодора в епископа Меликесской и Чердаклинской епархии. Рукоположение архипастыря состоялось в 2013 году. В Димитровград на мероприятие прибыли священнослужители из 7 благочиний Меликесской епархии и несколько сотен православных из разных районов области. Мы приехали поздравить нашего любимого владыку. Владыка для нас очень много сделал. Он благословил, можно сказать, устеков нашего храма стоит.